Традиционная кыргызская юрта. Кыргызы традиционно использовали юрту как кочевое жилище. На протяжении веков она была незаменимым домом, защищающим семьи от холода, жары и непогоды, находясь в окружении природы. Юрта состоит из круглого деревянного каркаса, покрытого войлоком и оплетенного веревками. Его можно легко собрать и разобрать за короткий промежуток времени. Ремесленники, в том числе и мужчины, и женщины, владеющие знаниями по изготовлению юрт, до сих пор изготавливают юрты и их внутреннее убранство. Материалы, используемые при изготовлении юрт, натуральные и возобновляемые. В создании юрты участвует все сообщество ремесленников. Оно способствует общечеловеческим ценностям, конструктивному сотрудничеству и творческому воображению. Знания и навыки изготовления юрт традиционно передаются в семьях или от учителей к ученикам. Все празднества, обряды, дни рождения и свадьбы традиционно проводились в юрте, которая служит символом семьи и гостеприимства, основополагающим для самобытности кыргызского народа. Сделано компанией The Nomad Yurts. Посетите нас в инстаграме @nomadyurts.